О, какие люди! Скажите, почему в Славянске так много начитанных и умных людей? Потому что учатся у нас в СГПИ, Ивань. От этого и умные, да? От этого и умные. СГПИ учит. А как вы боретесь с подорожанием водки? Глобально, ебать. Выходим на улицы, ебать, со всякими, и митинги устраиваем. Что? Смотрите, да, едут мальчики, короче, на машине. На машине. И тут проходит там же, как, короче, едут, и тут тёлки стоят. Вот. И они, короче, открывают. Они, короче, кричат. Да, займи ты рот. Они, короче, открывают окно и кричат: Неправильно. Вот так, из окна высовываются. К вам этот способ подходит, да? Нет, мы сразу пугаемся. Убери. Пугаемся. Нет, они, короче, вот так вот высовываются с вами, а у них страшные ебаньки. Кто страшный? Нет. Короче, они вот так высовываются, вот так вот руку ставят и говорят: вот это ебучий вообще. Слышь, хуй тебе, если ты интернет выложишь, я тебе выебу, отвечаю. Начитанный? Да не врекал, вы заранее скажите. Не, серьезно. Ну так почему такие начитанные? Ну откуда начитанные сладкие слузы? Вот на каком основании это взята речь? Почему в Славянске так много начитанных и умных людей? Потому что это Славянск! Я не люблю читать. Не любите? И не умная? Умная, но не люблю читать. Всего один вопрос. Девушка, скажите, почему у нас в Славянске так много умных и начитанных людей? Позвонить или нет? Ну, не знаю почему, потому что, наверное, из старины ведется, все местные жители здесь от предков берут. Славянск, да? Да. А потому что Славянск – это вообще эрудированный город. Красивый и очень интересный. Интересный? Очень. Очень, это вообще, короче, это такой город, что всем городам город. Я вот был в сентябре месяце в прошлом году в Екатеринбурге. Ну, там уже люди уже не такие, понимаешь? У нас люди живые, а там уже просто зомби ходят, общаются, чего-то там как-то. Понятно. Понимаешь, да? Да. А еще вот такой. У нас живые люди. А еще такой вопрос. С кем из знаменитостей вы бы переспали? Я со своей женой. Она знаменитость? Да, в нашем. Почему бы нет? Она танцевала когда-то в свои года в шоу «Балете дикий мед». С кем из знаменитостей вы бы переспали? Из знаменитостей? Давай. Я сам знаменитый, сам собой бы и переспал бы. Ну а из кино там еще кого-нибудь? Есть такая звезда? Да какая звезда? Ну я сам звезд. Ну. Сами собой, да? Конечно. Ну все, понятно. Ну что вы в натуре, прикалываетесь что ли? Все. С кем из знаменитостей вы бы переспали? Ни с кем. Ну как, нет такой звезды, которую вы бы хотели? Стой, подожди. Вин Дизель, вот, блядь, хочу его пиздец вообще. Такой, да? Да, лысенький такой. Лысенький. А можешь, кстати, лысенький. Тоже побриться на лысо, потому что на него похож. А если я побреюсь? А он что, звезда, да, уже? Уже. Сережа, отвали. Ты так много начитанных и умных людей. Мы не местные. А откуда вы? Стопсы. Ну а как думаете, почему в Славянске так много начитанных и умных? Делать нечего, сидят, книжки читают. Да. Поэтому такие умные, да? Да. И вы приехали из Туапсе в поисках? Не знаю. Да. А скажите, почему в Славянске так много умных и начитанных людей? Потому что любят читать. Любят. Тагил! Тагил рулит, там ясь, охуня. А вы себя считаете умным, начитанным? Не. А почему? Не читаю. А вы что, глупый? Ну как, не читаю, я не глупый, я просто не читаю он книги. Он дурак по жизни. Пошли. Да. Почему в Славянске так много умных, начитанных людей? Потому что здесь много библиотек, все ходят читать, люди любят читать. Вы один из этих людей, да? Я не считаю себя умным, я считаю себя в меру начитанным. Умный город. Умный город, а вы себя такого считаете? Ну конечно. А почему вы свое лицо прячете? Я личность знаменитая. Потому что учатся. Учатся. А вы такой человек, умный и начитанный? Конечно. Да, а что последнее прочитали?
последнее прочитали? Да, книгу какую? Книгу, не помню. Не помните, прочитали и не помните. Билеты голосом. Ну, потому что, короче, все умные, все начитаны. А вы таковой человек? Ну, конечно. А какую последнюю книгу прочитали? Никакую, я вообще их не читаю. А почему вы умный, если вы не читаете? Потому что слушаю музыку и работаю. Этого достаточно для того, чтобы быть умным, да? Конечно. В Славянске так много умных, начитанных людей. Потому что Славянск очень культурный город. Здесь много библиотек, много образовательных учреждений. А как вы боретесь с подражанием водки? С подражанием водки мы спирт разбавляем. Давай без камеры. А нам с камерой наоборот надо. Какой вопрос можно задать? Подожди. Почему в Славянске так много умных, начитанных людей? Ух, это приколы какие-то, да? А почему это прикол? Снимаешь? Ну заходи сюда. Почему в Славянске так много умных, начитанных людей? Ну, потому что большинство из умных, начитанных людей работают на тандере. Ответьте, пожалуйста, почему в Славянске так много умных, начитанных людей? Откуда они такие умные набрались? Да я даже сам не знаю. Нет таких умных людей в нашем Славянске. Почему нет умных? А может, и не найдется какие-нибудь индивидуумы. Да если честно, Славянск небольшой город. Потому и столько людей. Нет, а почему люди... именно умных и начитанных? Да потому что они стремятся к лучшему. А ты сам какую последнюю книгу прочитал? Честно сказать, последнюю книгу я читал про остров, как... на котором раньше был. Честно сказать, название не помню, на котором раньше был монастырь, а потом в тюрьму его превратили. Почему в Славянске так много умных, начитанных людей? Почему в Славянске? Почему так много умных, начитанных людей? Ну, не знаю, честно. А вы являетесь таковой? Начитанной? И умной. Ну, конечно. Так ты поближе. Говори. Почему в Славянске так много умных, начитанных людей? Потому что гусей нет. Потому что я учитель. Да, ребята! Почему в Славянске так много умных, начитанных людей? Вообще похуй, веришь? Нет, ебать. Я лично я учитель.